В 1 мая в Париже прошли не только демонстрации трудящихся, но и предвыборные митинги кандидатов в президенты Франции. Голосование во втором туре пройдет уже в следующее воскресенье. В парке Лавилет на севере столицы собрались тысячи сторонников центриста Эммануэля Макрона. Выступая перед собравшимися, политик не упустил возможности раскритиковать свою соперницу, кандидата от крайне правых Марин Ле Пен. То, что он предлагает, кандидат в президенты от Национального фронта, дорога в один конец. Если Ле Пен победит, мы должны будем покинуть Европейский Союз, отказаться от евро, закрыть наши границы, бросить наших союзников и тем самым уничтожить кредит доверия в отношении нашей страны. Из всего этого мы не выйдем без потерь. В парижском пригороде Вильпент провела свой митинг Марин Ле Пен. Политик в случае победы обещала создать правительство национального единства, курс которого будет определяться исключительно интересами народа. Ле Пен раскритиковала и Макрона, и Франсуа Олланда, нынешнего президента. С декабря минувшего года французы думали, что избавились от Олланда, президента, которого так ненавидит французский народ, президента, который ослабил Францию, который никогда не правил страной для народа. Французы видели, как он выходит через дверь, и вот он лезет в окно. Господин Макрон взял его лозунг «Вместе с Францией», честнее было бы сказать «Вместе с финансами». Жан-Мари Ле Пен, основатель Национального фронта, призвал поддержать во втором туре свою дочь Марин, которая давно и публично дистанцировалась от более жесткой риторики отца. В семье, похоже, готовы забыть о раздорах и сосредоточиться на главной цели.